вот большой амбар двойной, перевезенный с севера Нижегородской области, ну, предположительно, наверное, он где-то середины 19 века. Еще у него самцово-слеговая крыша, как вот в древности делали, этот корневой элемент, кронштейн, на котором нижняя слега крепится. Вот. Ну и хотелось бы вот обратить внимание на его систему безопасности. Это вот первая камера зерновая, где, собственно, находились сусеки-закрома. Дверь закрывалась на два замка. А вот только для кошки свободный доступ был, маленькое такое отверстие. Вот заходим сюда. Здесь находились сусеки, да, за ненадобностью в 30-е годы, по всей видимости, они были разобраны, и амбар уже дальше использовался просто как такой хозяйственный склад. Ну вот сусеки довольно большие, они вот до самого потолка, и, видимо, засыпалось уже со второго этажа. То есть это явно больше, чем за семью, то есть это, возможно, общинный амбар. И вот, как мы видели, с той стороны, с наружной, закрывалось на два замка, а с внутренней стороны еще была вторая дверь. Ну, она тоже за ненадобностью впоследствии была снята. Вот от нее петли. Вот. И эта вторая дверь закрывалась на засов. А вот как закрыть засов изнутри? А тут был такой секрет, что засов закрывался из второй камеры. Вот сейчас я покажу оттуда. Чем-то через дырку закрыли. Чтобы открыть, просовывают такую проволочку за ногу, открываем. Потом проволочка куда-то ее прячем. Ну, в общем, если бы этот секрет не знать, то довольно сложно будет открыть. Вот, то есть получается два замка на двери, на второй, вторая дверь засов с секретом, но и нужно еще, чтобы до второй камеры добраться, открыть дверь второй камеры, которая тоже на замке. Вот. Эта дверь тоже закрывалась на замок.